Порталы, порталы и больше порталов, с вами Король Порталов, и добро пожаловать в третью серию Форейджера. В прошлую серию мы открыли вот это вот место, также открыли все локации с зелеными островами, то есть все зеленые острова, и еще сделали вот этот банк, который сам производит деньги. Я тут такой подумал, зачем нам нужен только один банк? Если мы можем сделать, по сути, еще второй. Окей, я сделаю вот так вот, чтобы он сбоку был. Чтобы мы могли видеть, сколько он стоит. Но они дорожают, лол. Вот, а еще сегодня я постараюсь сделать пресс для цветов. Стоп, что? Откуда? Что это? Почему это? Ай, ай! Еще тут транспорт, еще торговля. Давайте с ним поговорим. Нет! Мы сдохли! Сдохли! Это первая смерть за всю игру. Мы просто вернемся. Я уничтожил эту штуковину, из него выпала сталь. Плавильщик, создать в печи 500 предметов. У нас теперь есть труба на голове. Замечательно. Ну, в общем-то, какие-то я тут перчаточки обнаружил, которые позволят нам быстрее все рубить. И я решил их создать. Мы спросили наших экспертов о том, куда поставить банку с медом. И они сказали то, что данное место будет самым лучшим, и поэтому нам нужно его расчистить. Деньги это как бы вот хорошо, да? Вот смотрите, это наша банка с медом. Она делает мед, точнее деньги. Перчатки. Это вообще не похоже на перчатки. Я не знаю, на что это похоже, но это перчатки. Мы теперь быстрее все рушим. Мы можем потрогать радугу. Как в рекламе Скитлза. Вот, смотрите. У нас теперь есть сконцентрированная радужная эссенция в бутылке. Мы ее протестируем на наших подопытных свеклах. А именно на вот этой. Замечательно! Просто замечательно! Ну, что это такое? Это просто замечательно. Нам нужно еще больше сконцентрированной радужной эссенции. Rainbow Trash. Ой, я ее на кота разлил! Ну-ка, вот это. На друида можно разлить? Да, ну все, смотрите. Это у нас какой-то безумный остров вообще. Ну, в общем-то, радужная эссенция делает не пойми что, но это выглядит забавно. Вот за то, что ты у меня постоянно цветки какие-то требовала. Вот больше не будешь требовать цветки. Наших репок должны быть комфортные условия содержания, и поэтому мы расчистим этот остров. Васы разрушим, машины разрушим, фургоны разрушим, вазы разрушим. Доверьтесь нам, мы поможем вам. Мы обнаружили то, что можно налить в бутылку воду, и получится святой источник. Так, ну что ж, мы создаем кирпичи и делаем еще одну банку. На этот раз с огурцами. Так, ну что ж, мы можем сделать еще один банк. Вот он. У нас их уже два. Точнее, три. На этом острове только два. Пшеница. Семена тыковы. Давайте купим семена тыковы. Это тыкова. Тыкова. Так, ну что ж мы теперь будем делать? А теперь мы будем делать улучшенную кирку. О, новый уровень. Давайте покачаем это. О, снова торговец. Ничего интересного у него нет. У нас есть тыковы. Вот это тыковы. Наконец-таки мы можем купить новый остров. А, нет. И, наконец-таки, мы можем купить новый остров. Вау. Это мертвые земли. Первый остров мертвых земель.
И мы сейчас на него отправляемся. Что это такое? А, из-за того постоянно падают кости. Давайте добудем. 30 костей. Это кто? Это кого мы вырыли? Это что за монстр? Это что за покемон, козябрик? Вау! Вау! Это Hollow Knight! Вот это Hollow Knight персонаж. И сфера духа. Мы можем выбрать, что прокачать. Конечно же, здоровье. Сейчас коронавирус какой-то там. Поэтому здоровье — это самое важное, что у нас может быть. Не, ну мне понравилось убивать этого монстра, из которого падает какая-то имбовая штука. Давайте убьем его еще. Да, он тут тоже заспаунился. И из него тоже выпал сундучок. И тоже с такой штукой. Это жизнь. О-о-о-о! У нас 5 жизней. Так, ну ладно, а теперь мы еще будем и новую кирку себе делать при помощи вот этих жучков. При помощи этой кирки из всего могут выпасть монетки. Слизень террарии! Сектант Лунатик. Это какой-то плаг UNC, или что? Плантера! Плантера, портной. Обычная голова. Давайте побудем Не. Ладно, все-таки наша... У нас теперь новый фаворит. Вау. Лам, что это? Что это такое? Лам. Окей, я продал все кости, и мы реально стали какими-то богатенькими слегка. Кстати, рюкзак мы можем сделать улучшенный. Ой, я помню эти штуки, они там для чего-то нужны будут. Во, они для водяной лопаты нужны. О, новые запасы. Жуки в бутылке продаются. Все, это новая кирка. Костяная кирка. Все, мы теперь создаем новую кирку, лучше старой. Кирка готова. Двойной урон. Это такие ресурсы. Растения могут оставить после себя монеты. Теперь постоянно деньги будут падать. Новый уровень. В общем-то, я решил прокачать хранение. И вот он, последний жучок для рюкзака. И мы наконец-таки можем сделать рюкзак. О, да. И у нас наконец-таки появляется рюкзак. Улучшенный. Да, 4 новые ячейки. 4 новые ячейки. Пополнение запасов. И что же у нас тут? Статуя свеклы. Я бы купил, но мы деньги копим. Но это статуя свеклы. О! Принцесска появилась, и мы наконец-таки можем ей дать то, что накопили. Давай, принцесска, можешь забирать. Спасибо, вы так добры. Прошу, возьмите это в знак признательности. Друг фей, помочь королеве фей. Вау, спасибо за сундук. Сейчас откроем этот сундук. Надеюсь, там будет что-нибудь полезное. И у нас есть ключик, и мы можем открыть этот сундук. Ну что? Аура феи пассивно восстанавливает здоровье и энергию. Что? То есть у нас просто так будет восстанавливаться энергия и здоровье? Непонятно, как это работает, но это очень круто. Давайте, мы должны продать что-нибудь, чтобы купить статую репки. Давайте, мы успеем. Все, мы купили себе статую репки. У нас теперь есть самая ценная вещь. Какая она милая! У нас есть статуя репки. Она призвала метеорит. А, вон он где. Вот он, метеорит. У него выпало... Пресс для цветочков готов. Вот он. И, в общем-то, многие могли спросить, а почему я не выкидываю вот это из своего инвентаря? Так потому что можно сделать вот это. Еще тут можно сделать разные кристаллы. Ну ладно, в общем, с вами был я, Portal King. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Ну а на сегодня это все. Всем пока. Продолжение будет уже совсем скоро. Это в смысле, что это такое? А, еще не забудьте ударить в колокольчик, чтобы он гремел каждый раз, когда выходит новое видео.